Благотворительность без формализма. Представители оргкомитета марафона «Ты нам нужен» ответили на вопросы журналистов. В этом году право на получение финансовых средств в рамках благотворительного сбора имеют 99 семей с особенными детьми возрастом до 18 лет, проживающие в областном центре, и еще 5 семей из других районов. Такое исключение было сделано впервые. Состав благополучателей этого года обновился. 37 семей – участники-дебютанты. Диагнозы у детей разные – нарушения опорно-двигательного аппарата, ментальная инвалидность, сахарный диабет, эпилепсия и другие. Собранные средства лично в руки родители или опекуны участников марафона не получат. За счет благотворительных пожертвований, собранных ивановцами, будет закуплено необходимое для лечения и реабилитации. Все пожелания, которые писали родители, они четко проверялись, то есть необходимо ли это лекарство и именно это, необходимо ли, допустим, это лечение именно в этом центре. Есть ли какое-то альтернативное лечение в рамках ОМС. И, соответственно, очень многие формы лечения, особенно реабилитационные, были предоставлены за счет средств ОМС. То есть у нас вот эта категория, она ушла значительно. Напомним, поучаствовать в марафоне и помочь детям с проблемами здоровья жители могут до 18 марта. Пожертвования можно оставить в специальных апельсинометрах, установленных в торговых центрах и учреждениях соцсферы, а также перевести средства на банковский счет.